течение ближайших 5 месяцев на одном из центральных маршрутов Санкт-Петербурга будет курсировать новейший автобус МАЗ-303. Если техника понравится перевозчику, то северная столица закупит новинку в большом количестве. МАЗ-303 – это принципиально новое поколение минских автобусов. Чтобы подчеркнуть новизну, дизайнерам дали полную свободу действий. Так в передней части крыши появился эффектный ромб, который напоминает горб зубра – символа Республики Беларусь. Конструкторам тоже позволили разгуляться. От второго поколения пассажирских машин остался только задний портальный мост марки ZF. Полностью новый каркас, выполненный из коррозийно-стойкой стали, построен по принципу колец шпангоутов. Так сейчас строят автобусы все европейские марки. Крыша и большая часть бортов по последней моде скроена из пластика. Двигатель Евро-6 от Мерседеса Ситара. Притом немецкие инженеры даже адаптировали мотор специально для белорусов. Коробка передач, разумеется, автомат. Его, а также передний мост поставляет ZF. Передняя подвеска независимая. Это решение впервые применяется на автобусах марки МАЗ. Такая схема ходовой заметно сложнее обычной балки, зато обеспечивает несравнимую плавность хода. Уровень пола всего 32 сантиметра. Это считается почти рекордным показателем. На сиденьях могут разместиться 27 человек, из них 11 установлены на низком полу. А общая вместимость модели — 105 человек. О ценах пока не говорится. Собрано лишь несколько опытных экземпляров. Но МАЗ, понимая желание перевозчиков, параллельно готовит бюджетную версию автобуса с двигателем Евро-5 и упрощенной отделкой. Модель Валдай с заводским индексом 3310 присутствовала в гамме марки ГАЗ с 2004 по 2016 год, но затем рынок сделал ставку на более современный Газон Некс. С этого момента капотный Некс стал единственной моделью марки ГАЗ среднего тоннажа. Но скоро ситуация изменится. Осенью на конвейер встанет бескапотный Валдай Next. Новинка будет построена на газоновском шасси, но из-за меньшей полной массы обойдется газелевским турбодизелем и 6-ступенчатой механикой. Бескапотная кабина взята от китайского грузовичка Foton Olin CTS. Ее же использует корейский среднетоннажник Hyundai Mighty.